Ну зачем? Ну как ты меня убил? Ну чувак! Чего? Ну я с 10 минут набился кдш со 40. Ты через что сломал? Через пейнт. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я хотел бы вам показать самый жесткий аккаунт в Stand of 2. Я скажу так, то что на это видео потратил реально очень много сил и усилий. Ну прям капец как много, поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, ребята, поставьте лайк прямо сначала. Вот если ты поставишь лайк, у тебя в инвентаре будут одни арканы. Также подпишитесь на мой канал. Ну а видос сегодня будет про этот аккаунт, на котором 641 кд и общее время в игре 0,1 час. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Также просто огроменный респект разработчикам, потому что такие видео, как я вот это снял, нельзя снимать. Но они мне дали добро, они мне разрешили, поэтому большое спасибо и отдельное спасибо Алексею. Я создал новый аккаунт и поднял на нем КД до 640. Как вы знаете, в игре это сделать нереально, потому что максимум лобби из 5 человек. Поэтому я, ребята, сделал это при помощи одного бага. Также сегодня вы, ребята, увидите просто безумную реакцию игроков на мой КД. Все реально, все живо, все круто. В общем, пацаны, смотрите, наслаждайтесь и самое главное, пишите ваши комментарии. Ну что же, ребята, для начала нам необходимо повысить КД. Я покупаю дробовик и иду на базу террористов. Террористы, по идее, меня уже должны ждать. Как видите, у меня сам обычный нож, мне капец как непривычно. Так, улетаем. Самое главное, чтобы никакой там неадекват меня не задел случайно, ребятки. Надо сделать как можно больше убийств. Желательно сразу делать двойные убийства или тройные. Так, 53-0, вот это мы красавчики. Продолжаем дальше. Так, уже 122 убийства, ребятки. Давайте, надо сделать 250. Ну зачем? Ну как ты меня убил? Ну чувак! Я это ненавижу! Зачем? Пишет, прости. Ну зачем, чувак, ты видео испортил? 267, ребята, время вышло! Так, я получил 2600 опыта. Нифига себе. Получил 8 монет, вот это да. Обалдеть, я сразу почти апнул второй уровень. Обалдеть, вот это да. Сейчас я, ребята, выхожу, и мы смотрим на мой огромный читерский КД. Ну что же, ребята, я нажимаю на статистику, и мы смотрим на мой КД. Мой КД! Да ну! 240? Охренеть! Вот это КД! Не, ну как, нормально КД? Обалдеть, КД 240. Ну что же, попытка номер 2. Ребята, я опять набрал полную команду террористов, и сейчас я буду делать очередные хедшоты. Вам надо просто стоять на месте, я буду делать вот так, вот так и вот так. Просто все замрите, желательно, чтобы все замерли. И сейчас папочка Кент будет себе поднимать КД. И посмотрим, какой же будет КД после этой катки. 10 убийств, давайте 400, дожмем. 4 убийства, срочно все ко мне бежим, мы должны это сделать. Ну давайте! Да, 401! Уху! Мы красавчики, мы это сделали. Просто мы лучше, 400 убийств. Блин, ребята, вот сейчас просто все охренеют от моего КД. Так, давайте посмотрим, что же я за это получил. 4000 опыта! Офигеть! Мне даже бокс дали. Прикиньте, мне даже бокс подарили. Да ну, я сразу третий уровень получил. Охренеть, третий уровень. Я просто в шоке. Ребята, ну самое интересное это КД. Давайте на него посмотрим. Сейчас будет просто полный лютый трэш. Я уже представляю мой читерский КД. Так, а ну-ка, какой же КД? Ну чё, нажимаю статистика. И 641! Охренеть! И самое главное, посмотрите, общее время в игре 0,1 час. Блин, ну это лютый трэш. Короче, давайте так, давайте посмотрим на реакцию игроков на мой КД. Я думаю, это будет очень круто. Ну чё, Меркелис, ты готов к приколу? Давай. Короче, только никому, понял? Между нами все. Договорились? Да. Ну, отвечаешь на пацана.
Конечно. Короче, открой сейчас чат. Открыл чат? Да. Нажми на меня и нажми профиль. Открыл. Чего? Сколько? 641? Ты чё, читер? Короче, я просто хорошо играю. Просто, ну ты же смотришь мой канал, да? Знаешь же, да? Ну да. Ну, помнишь, все обзывали, что я нуб? А я просто решил, собрался. Я, короче, смотрел видео Лондона, Скилла, ну и так далее, всяких скилловых чуваков. И я, короче, начал играть как проигрок, и у меня за все это время была всего лишь одна смерть. И то я случайно умер. Прикинь. Капец! Да ты читер! Да какой я читер? Вот давай сейчас с тобой сыгранем, я тебе покажу. Давай, давай. Готов? Играем поэтёмкой. Давай, ну буквально пару раундов поиграем, я тебе покажу, что я не читер, а просто проигрок. Я реально начал тренироваться, начал хорошо играть, и поэтому у меня такой огромный КД. Ну, я думаю, будет и больше со временем. Все, убил. В смысле? Ну чё, веришь в мой КД теперь? Ну ладно. Ну короче, ничего подозрительного ты не увидел, да? Чувак с КД 641 убил тебя, выпустил две обоймы, да? Это нормально, да? Да чё-то нет. Мне чё-то тоже так кажется. Ну короче, ты попал в видео, можешь передать привет. Дениска, привет, ты тут? Да, я тут. Короче, смотри, я тебе покажу прикол, не против? Давай. Смотри, открой чат. Открыл чат? Да. Видишь справа меня? Нажми на меня и посмотри мой профиль. А куда у тебя КД? Вау, офигенно, куда у тебя КД? Ну я, короче, взломал стендов. А чё? Офигеть, и я так хочу. Какой КД? Ну, с тебя 20 рублей заплатишь, а тебе сделал такой же КД. Хорошо. Ладно, я шучу. А ты знаешь, что такое КД? Да. Что это? Ну, сколько убийств, сдеет их КД. Ну да, сколько убийств и сколько смертей. А у тебя какой КД? Давай посмотрю твой КД и какой у меня, сравним, у кого больше, слышишь? Да. Давай, я смотрю, твой КД 0,79. Слышишь? Это 0. У тебя, да. У тебя даже одного нету, даже единички нету, понял? Да. А у меня 641. Да, у тебя боссы. Ну да, у меня чуть побольше. Чудак, чуть-чуть, совершенно чуть-чуть. Эльмир, слышишь? А что такое КД? А то я просто снимаю видео на Ютубе 2 года и не знаю, что это такое. КД это статистика. А у тебя какое КД? У меня 1.55. 1.55? Сейчас посмотрю. А какое КД у меня? Можешь посмотреть? А то я просто не знаю. Нет, не могу. Ну, в смысле, ну, это открой чат. Не-не-не, можешь тут, смотри, открываешь чат, нажимаешь на меня и профиль. Что? Ты читер? Почему? У тебя 640... У тебя одна смерть и 641 убийство. Так я просто хорошо играю. Ну, хочешь с тобой сыграем? Давай. Я реально, я проигрок. Ну вот, ну вот, убедился? Да ну, как? Нет еще. Давай дальше. Ну давай, давай, давай. Ну короче, КД 640 это очень много, как я понимаю, да? Очень. Да? Ну прям очень много, да? Да. Ты хоть раз в жизни видел такое КД? Это секрет. Нет, так я просто хорошо играю. Я всяких ютуберов пересмотрел, понял, и начал тащить. Ой, я тебе не верю. Да ты что, вообще убил тебя как нуба, видел? С первого патрона. Да ты лаки, я минус 80 сделал. А тебе не кажется это кое-что подозрительным? Ну, просто так, мне интересно.
Не? Ничего подозрительного не видишь? Ну, я... мне кажется, что ты читер, у тебя ВХ и АИМ. Ты не можешь так стрелять в одни хедшоты. Я думал, мне кажется, что ты забустил себе КД, но нет. Ладно, я понял. Короче, это был пранк, ну жди и... видео на ютубе. В смысле? В прямом. Серёж, ты тут? Да, привет. Ты же знаешь мой ютуб канал Кента ПК, правильно? Да, подписан. Я взломал стендов, прикинь. Серьезно? Нет, блин, я шучу, конечно, взломал. Че ты гонишь? Ну, посмотри мой КД. Чё, 641? Это чё такое, чел? Ну чё? Это я взломал. Вообще время в игре 0-1, это чё такое? Ну я за 10 минут набил себе КД 640. Ты через чё взломал? Через Paint. Знаешь его программу? Paint? Блин, чё ты гонишь, реально? Нет, это серьезно, через Paint. Короче, понял, заходишь в Paint. Ты разработчик или чё? Не, через Paint взломал, я тебе отвечаю. Короче, знаешь, что надо сделать? Да. Заходишь, короче, в Paint, и там рисуешь КД, кое ты хочешь себе, понял? Да. И потом кидаешь папку с игрой, и все. И у тебя становится такой же КД, который ты нарисовал. Что, я смогу такое повторить? Да, так сам. Это легко. Заходишь в Paint, понял? Рисуешь себе любое КД, и кидаешь папку с игрой, и все. И у тебя будет такой же КД. Офигеть, в натуре я не знал просто. Блин, да ладно, я пошутил. Ну что же, ребятки, и на этой прекрасной ноте мы заканчиваем видео, связанное с этим аккаунтом. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. С вами был Кента ПК, всем удачи и всем пока. И да, пишите комментарии, я читаю их.